Друзья, всем привет! Приехал еще на один обзор. Там обычные модульные кухни, но мне самое интересное посмотреть то, что она черная. Вот эта кухня. Особенно здесь подсветка включается у нас с пульта. Таким образом. Можно еще яркость добавлять. Но лучше ее выключить, потому что видите, как цвет меняется. Цвет передачи. Вот это реальный цвет этой кухни. Пластиковая столешница и суперматовый черный фасад. Низ у нас три распашных ящика. Верх полностью распашной. Ну, во-первых, стеновая панель пластик HPL. И столешница тоже обязательно пристеночный бортик, иначе у вас разбухнет и эта часть столешницы, и это закончено алюминиевым профилем стандартным. Вырезана мойка из керамогранита, и из одной коллекции стоит кран, система фильтрации воды. Дальше, в углу тоже планочка соединительная обязательно, тут все это должно у нас послужить. Вверх фасады спущены, за низ открываем. И полностью все распашное. Подобрали максимально близкий цвет корпуса. Это кубанит, по-моему. Здесь сушка для посуды 700 мм. Так как у нас подсветочка идет, поэтому дно мы здесь сделали. Так, важная фишечка, что здесь у нас встроенная стиральная машинка. Вот она за этим фасадом. Таким образом, здесь специальное крепление намагниченное. Закрываем, фасад примагничивается. Также здесь очень удобно насыпать порошок. Хороший очень доступ. Слева распашной фасад. Модуль под моечкой. Дно обязательно водостойкое из алюминия. Полностью все закрывает. И особенность еще есть ручка. Потому что фасад темный, если здесь используете интегрированную ручку, вы будете постоянно ее цапать. Вот такая торцевая ручка, в принципе, защищает фасад. Она стильно смотрится, ее практически незаметно на кухонном гарнитуре. Угловая стыковка. Аккуратненько. Посудомоечная машина. Встроенная. Снизу специальная планка, чтобы она хорошо у нас открывалась. Цоколь ПВХ. Выдвижной ящик на шариковых направляющих и три бокса от компании Боярд в Китае. Тоже очень хорошо работают, мы их давно ставим, проблем с них нету. Верхние подложки с пластиковым поддоном, нижний выдвижной и нарощенный один трейлинг. Здесь будет холодильник еще установлен сбоку. И все, в принципе, кухня закончена. Вот такой проект. Мне очень понравился этот фасад. Будем его чаще предлагать клиентам. Смотрится очень стильно. Берите идею этого сочетания цвета, друзья, для своих кухонь. Смотрится очень выигрышно. Даже несмотря на то, что это компактная кухня, это сочетание сделано ее очень элегантной и эстетичной. Ну а с вами был Константин. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу черного цвета на кухне. Ну и, конечно же, пальцы вверх. Пока.